Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим автомобильный пылесос от компании Дорожная карта, модель ДК-П60. Поставляется он в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. В комплекте идет пластиковая щелевая насадка. Сам пылесос. Инструкция подробная. И также насадка со щеткой. Пылесос мощностью 60 Вт. Емкость пылесборника 0,5 литра. Установлен фильтр по стандарту. Вот полностью корпус пластиковый. Подключается пылесос на питание 12 вольт сугубо. Длина провода 3 метра идет. Вот сейчас мы подключим. Никаких больше кнопок не имеется, только кнопка включения и выключения. Ну и также фиксатор пылесборника. Подключили мы питание 12 вольт к данному пылесосу. Ну и теперь можем его включить. Пылесос довольно-таки громко работает, но в то же время мощность всасывания очень высокая. Вот при покупке на данный автомобильный пылесос распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.